Здравствуйте, дорогие друзья! Я рад видеть вас сегодня в канун праздника Благовещения. Это великий христианский праздник, который празднуется в честь крещения и самого Господа нашего Иисуса Христа. Господь, не имея на себе греха, пришел к реке Иордан, где его предшественник, предтеча Иоанн Креститель, совершал омовение тех людей, которые хотели очистить свои тела и очистить свою душу. Потому что мы знаем, что и то, и другое, оно и грешно, и портится вместе. И очищается тоже вместе. И в древнее время, конечно, люди не знали, каким образом можно очистить свою душу. И они очищали главным образом тело посредством в ходе ритуальных омовений в реке Иордан. И когда пришел Господь, который не имел на себе греха, Иоанн Креститель увидел его и узнал, и сказал: «Наверное, мне следует креститься от тебя». Но Господь сказал: «Не так. Нужно нам исполнить всякую правду Божию. И я буду креститься от тебя в реке Иордан». И погрузился в реку Иордан, и был крещен, и в это время миру явились все три лица Святой Троицы. С неба прозвучал глас Бога Отца: «Сей есть Сын мой возлюбленный, Его слушайте». А Дух Божий в виде голубя взлетел и опустился на Спасителя. Зачем Спаситель вошел в реку Иордан? Для того, чтобы не свои собственные грехи омыть, которых на нем не было, а для того, чтобы те грешные эманации, которые были в этой воде от всего человеческого рода и от тех, кто покаялся только что, принять на себя и впоследствии вознести и преодолеть на кресте. И мы в память об этом событии каждый год 19 января и вот сегодня в канун 18 первый раз освещаем водоемы, освещаем воду, и эта вода, напитавшись благодатью Святого Духа, оказывает целительное и преобразующее действие на душу и тело человека. Трудно из души изгнать зло, трудно из души изгнать неверие, трудно из души изгнать уныние и разочарование, трудно из души изгнать ложь и ложные идеалы, которые в душу вошли. Но вот святая вода, она позволяет душ преобразовать, и у кого есть какие-то дурные привычки, у кого-то есть какие-то внутренние проблемы, с которыми мы уже пытаемся как-нибудь справиться, но никак не можем. Все обязательно пользуйтесь святой водой. И христиане верят, что те, кто исправляет свою душу, одновременно они оказывают положительное действие и на свое тело. И святая вода поэтому не только освещает нечистые места, не только освещает грешное тело, но и оздоравливает. И поэтому всегда больные люди пользуются святой водой для того, чтобы вернуть себе здоровье, вернуть себе бодрость. И без внутреннего здоровья, без душевной бодрости, без веры, без своего христианского служения никакое внешнее здоровье, телесные силы нам просто не нужны. Потому что они тратятся исключительно на действия стихий этого мира, а не на то, что угодно Господу, и то, что даст нам жизнь вечную. Мы сейчас с вами отслужим службу великого освящения воды. Она будет довольно длинная, но мы, я думаю, приободримся и этот христианский подвиг совершим. А потом желающие погрузятся в эту крещальную купель, так же, как Господь погружался в реку Иордан. Благословен Бог навсегда, ныне и пресно, и во веки веков. Аминь. Глаз Господень на водах предлаголя, придите и примите все духа премудрости, духа разума, духа страха Божия, явившегося Христа.
Днесь вот освещается естество, и разделяется Иордан, и своих вод возвращает струи. Влады пузыря крещаема. Я, как человек на реку пришел, если Христе царю, и рабское крещение принять отщижася, блажу от предтечи его руку. Грех наших ради человеку любче. Славу Твою, Сыну и Святому Духу, и ныне и призны во веки веку, аминь. У глазу вопрещену в пустыне, уготовайте путь Господень, пришел, если Господи, знак раби прим. Крещение, прося не веды греха, видишь, отя воды убояшася, трепетен быть предтеча. И в изобилии глаголит, как просветит светильник света, как уроку положит раб на владыку, освети мне и воды. Спаси земля и мира грех, премудрость в уме, пророчество, Исаина чтение. А как глаголит Господь, да возвеселятся в пустыне жаждущая, да возрадуется в пустыне просветит пилигрим, и да прозябнет, и вся возвеселятся, и возрадуется пустынная Иорданова, и слава Ливанова дана бысть ей, и честь Кормилова, и люди мои узрят славу Господню, и высоту Божию укрепитеся, руки ослабленная, и колено расслабленная, утешитеся, верците малодушным мыслью, укрепитеся и не бойтеся, все Бог наш суд воздает, и той приедет и спасет нас, тогда отвернутся очиса слепых, и уши соглухих ослышат, тогда скучат храмы яко елень, и ясен будет язык угнивых, и яко проразится в пустыне вода, и дебри в земле жаждущей, и будет безводное блато, и в жаждущей земле источник воды будет, тамо будут веселье птиц во дворе несиренов и трости и блата, тамо будет путь чист, и путь свят наречется, и не мимо идет тамо нечист. Ниже будут там путь нечистый, рассеянные же и пойдут по нему, и не заблудят, и не будет там льва ниже зверей лютых, взыдет на ниже обрящется дама, но пойдут по нему избавленные, собранные от Господа и обратятся, и приидут все он с веселием и радостью, и веселье вечное над главою их, хвала и радование, и веселье постигнет их, от беже болезнь, печаль и вздыхание, премудрость. Пророчество Исаии на чтение, вон мем, как углаголит Господь, почерпите воду с весельем от источник спасения, перечешет день он, исповедуйтесь Господи, и призовите имя Его, возвестите во языцах славу Его, помяните Его, яко вознесеся имя Его, будьте имя Господне, яко высокое сотвори, возвестите, сия по всей земле радуйтесь и веселитесь, все живущие в Сионе, яко вознесеся святые Израилю посреди Его. Премудрость противен глаз третий, Господь воскресенье моей спасите мой, кого убоюся. Господь защитит живота моего, от кого устрашуся. Господь просвещение моей спаситель мой, кого убоюся. Господь просвещение мое. И спаситель мой, кого убоюся. Премудрость. Коринфянам послание святаго апостола Павла чтение. Не хочу вас не видеть, как отцы наши все под облаком выше, и все спази море проедуша, и все Моисея крестишися во облаце и море, и все дожди брашно духовное я душа, и все так жди пиво духовное пиша пиякубо, от духовного последующего камени, по камень же би Христос. И мудрость прости, услышим святого Евангелия, мир всем. От Марка святого Евангелия чтение, слава тебе, Господи, слава тебе, вон мем.
во время луну. Придите, Иисус, от Назарета Галилейского, и крестися от Иоанна. В Иордане и Абии восходя от воды, и видя разводящиеся небеса, и дух якобы восходящий на и глаз, пысть с небеси, ты есть сын мой возлюбленный, о нем же благоволи. Слава тебе, Господи, слава тебе. Миром Господу помолимся, Господи, помилуй. О Всевышнем мире спасение душ наших, Господу помолимся, Господи, помилуй. А ешь осветитесь водам всем силою и действием, и на этим святого Духа Господу помолимся, Господи, помилуй. А ешь даровайтеся и благодать, и избавление, и благословение Иорданову, силою и действием, на этим святого Духа Господу помолимся, Господи, помилуй. А еже сокрушитесь сатане под ногами нашим вскоре, и разоритесь всякому совету, кому ближнему наны, Господу помолимся, Господи помилуй. Яхда Господь Бог изгнет нас от всякого навета и искушения сопротивника, и достойно соделает обещанных благ, Господу помолимся, Господи помилуй. А еже просветитесь нам просвещением разума благочестия, на этим святого Духа Господу помолимся, Господи помилуй. А еже будьте все водистей, скачущий в жизнь вечную, Господу помолимся, Господи помилуй. А еже явитесь сей отгнанию всяких навет видимых и невидимых враг, Господу помолимся, Господи помилуй. От черплющих и темлющих и во освящении домов, Господу помолимся, Господи помилуй. А еже будьте сей по очищению души телес всем верою, черпающим жить приемлющим и причащающимся от нея, Господу помолимся, Господи помилуй. А еже услышите Господу Богу глаз моления нас грешных, и помилуйте нас, Господу помолимся, Господи помилуй. А избавитесь нам от всяких скверных, слове гнева и нужды, Господу помолимся, Господи помилуй. Пресвятую, пречистую, благословенную, славную, владычицу нашу Богородицу, и преснуть Марию со всех святых и души, сами себе и Богу, весь живот наш, пресну Богу предадим тебе, Господи. Як подавайте всякой славы, честь, поклонению, Отцу и Святому Духу, зрение пресны, молитве веков. Аминь. Вели есть, Господи, и чудо дела Твоя, и единого Господа вольным лечению чудес твоих. Вели есть, Господи, и чудо дела Твоя, и единого Господа вольным лечению чудес твоих. Вели есть, Господи, и чудо дела Твоя, и единого Господа вольным лечению чудес твоих. Ибо хотя не от несущих поддерживаешь грехи всяческих Твоей державы, содержишь тварь, и Твоим промыслом строишь и мир. Пять четырех стихи, двадцать четыре, четыре времени, как не отвечал Веси. Тебе трепещет луною вся сила, трепещет солнце, тебе славит луна, тебе присутствуют звезды, тебе слушает свет, тебе трепещут бездны, тебе работают источницы. И ты простел низким ветерком, и тут в руки системы на водах, ты оградил Веси море песком, ты как дыханием воздух излиял Веси, ангельские силы тебе служат, архангельские лица тебе кланяются. Много очистить, любимых, сорвалых и страхами, предстоящих, обретающих страхом, неприступные славы твои я покрываются, ибо Богцы неописанные, безначальный же и неизглаголанный пришел Веси на землю, зрак раба прим, подобие человеческим быв не потерпел Веси владыка. Милосердный ради милости твоя, зрейте, от дьявола мучен род человек, но пришел Веси, спас Веси нас. И исповедуем Бога, так поповедуем милости, да и благодеяние, если сва наша народ избавил Веси, и девственную я святил Веси утробу рождеством твоим, вся тварь во спевает, вся явшегося, ибо Бог наш на землю явился Веси, и от человека в человеке пожил Веси, и иорданские струя святил Веси. Земесенье спасла, всегда твоего духа и главы там от висящихся, сокрушил Веси, змее, самокуба человек ключа царю, и не найдет так твоего духа, и освети воду сию. Сам Бог человек ключи царю, приедины на этим святая твоего духа, и освети воду сию. Сам и Бог человек ключи царю, приедины на этим святая твоего духа, освети воду сию. И дашь ей благодать избавления, благословения данного слышу, не источник посвящения дар, грехов разрешения, не духа сотворения, дюжи в губительном сопротивном силам неприступным, ангельской крепости исполнены до всех, почерпающие и причащающиеся, имеют дюка очищения души телес,
к исцелению страстей, освящению домов и ко всякой пользе изрядно. Ты бо еси Бог наш, и же водою, и духом обновивый, обветшавшее грехом естество наше. Ты еси Бог наш, водою потопивый, при иной грехи. Ты еси Бог наш, и же морем сбодивый, от работы фараоним Моисеем, род еврейский. Ты еси Бог наш, разразивый камень в пустыне, и потекоши воды, и потоцы наводнишеси, и жаждущими твои насытивай. Ты еси Бог наш, и же водою, и огнем применивый, Израилю, и не ею Израиль от прелести Ваалавы. Сам Владыко, освяти водущими Духом Своим Святым. Сам Владыко, ныне освяти водущими Духом Своим Святым. Сам Владыко, освяти водущими Духом Своим Святым. Мир всем, главы ваша, Господи, вы преклоните Тебе, Господи. Есть освящение наше, и Тебе славу, и благодарение, и поклонение высылаем Тебе изначально Твоим Отцем, и Пресвятую Владимиру Благотворящим Твоим Духом ныне и присно, и во веки веков. Аминь. О Иордане, крещающийся Тебе, Господи, пророческое явися к уклонение, родительный Бог освятится ваше Тебе, возьму на Тебя сына именуя, и дух ведь в глубине, и здесь ваше свое все утверждение, явлейся, Христе Боже, и мир прозвищи слава Тебе. В Иордане, кричающийся Тебе, Господи, троичное явися поклонение, и родители, Бог освятится ваше Тебе, возлюблю Тебя сына именуя. И дух в виде голубине, известно ваше слово все утверждение, явлейся, Христе Боже, и мир просвещи слава Тебе. О Иордане, крещающийся Тебе, Господи, троическое явися поклонение, роди, и Бога свидетельство ваше Тебе, вот именно Тебя сына именуя. И дух в виде голубине, все утверждение, явлейся, Христе Боже, и мир прозвещи слава Тебе. С праздником вас, Богоявление! Всех поздравляю с принятием новой святости и всех приглашаю прикоснуться к этой святыне. Так, книга, она замерзнет, ей будет холодно, она еще пригодится. Теперь можно и туда. Имя Отца и Сына и Святого Духа. Имя Отца и Сына и Святого Духа. Спасибо. Ну вообще пойдет крещальный храпарь, вот этот, который я сейчас пью. Можно просто и святой, святый будет, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Или во имя Отца и Сына, святого Духа, святый Сейчас пока. Ну давай, Миша, первый. Здравствуйте. Здравствуйте. Праздником.